Ну что, друзья, прощаемся с этим сезоном. Наверное, последняя вылазка. Это ты за себя говоришь. Вот приехал Мирослав, привез свою Road Illegal CRF. Алишер на своем вибраторе. Вот. У меня самый маленький сегодня объем. У меня, наверное, сегодня больше всего преимущества. Сейчас мы посмотрим. Давай скинем. Мир приехал, привез на прицепе. Мы встретились прямо на гаражах у Алишера. Погода сегодня какая-то переменчивая. Там вверху, куда мы едем, возможно, будет дождь. Мы это сейчас проверим. В остальном время обеденное, желудки пустые. Я думаю, мы это все сегодня хорошо сделаем и потом хорошо сможем покушать. Что мы сегодня имеем? Вот он мой мотоцикл. Здесь очень просто все. Никаких всяких погремушек я не вешаю, в отличие от Алишера. У него здесь всякие побрякушки какие-то. Всякие какие-то непонятные. Вон бак он себе большой поставил. Вот. Ну, он может себе позволить. Ездит парень хорошо. Собственно говоря. Ну что, куда мы сегодня едем? Вы, наверное, помните тот самый ледник, куда мы с Мирославом в тот раз так и не доехали. И вот мы сейчас хотим зацепиться за уходящий сезон. Все-таки 23 или 4 сентября. Алишер там уже был. Он там был в середине лета, и он говорит, что там шикарно. Сама дорога офигенная. Вот, ну и зрелищное вверху Мареное озеро. Да? А? Мареное озеро там? Да, Марена, ледники. Забыл, да, что-то это делает сейчас. Да, забыл. Тяжко. Что-то глины много. Да, нет, я. Если она... здесь так, там пиздец, наверное. Не, нормально, нормально. Она подсохла. В принципе, тут затычные вот эти места, кажется. Там дальше хуйня. В одном месте будет затык. Так, ну что, мы проехали где-то 25% пути. 25. Вы только что видели, как я там забуксовал. Вот, Алишер нас ведет. Вообще без никаких проблем заезжает. Гребет и гребет. Мирослав тоже. Я, блин, как слабое звено между ними стал. И не даю Мирославу нагнать. Да. Подспусти резину, легче пойдет. Хорошо. Да, резину надо справиться. Я насос взял отсюда. А то я это спустил. И накачал перед выездом. У меня вообще резиночка. Погода что-то там вверху не очень. Погода вообще нехорошая вверху. Что там нас ждет впереди, я очкую. Посмотрим.
это не хардовый маршрут, а лайтовый. Видали, у него 650-ка, очень хорошо ею владеет. Нет, чтобы давно, я ему говорю, купить 690 этот эндуро КТМ, а он... На 690-м, кстати, тут сложнее будет ехать. И заезд? Потому что избыточная этот... он дерганый. Слишком мощный. У него кривая, не кривая, она просто... Он... Надо режим ставить, рейн. Кыл-выкл и этот. Режим попроще ставь. Слишком. Фух. Колесо немного спустил. Как будто бы легче стало, да. Ну, еще можно подспустить? Не надо, не надо. Я не люблю на спущенных ездить. Морду еще немножко можешь подспустить. Ну что, пока нормально. Тот человек, он белый мне человек. Чай с собой, термос. Не надо так близко, я понимаю, у меня борода всегда. Давай, давай, давай. Чувствую, что живешь. Надо было Red Bull взять. Не надо Red Bull, химию. С собой. Че у тебе, Казахстан, был... peace? Да, это что такое? No bad vibes. Понял, ты сегодня no bad vibes. Ты с Алиэкспресса всякую херню заказал. Это с Галантерея, где выставка. Какая-то выставка, я не знаю. Ну, в общем, вот она погода. Туман. Поверхность пока что еще нормально. Поддаются нашим резинам. Вот, и скиллу. А, пацаны говорят, впереди самое интересное будет. И как раз таки там будет тот подъем, на котором мы с Мирославом застряли в мае месяце, когда сунулись на ледник, потому что было слишком рано. Вот. Так что надеюсь, сегодня у нас получится. Я вот за погоду переживаю, а пацаны говорят, не надо ссать. Взяли по сникерсу. Сейчас, Вера, доедем, заточим сникерсы. И все, я думаю. Ну что, ребят, вот он. Очень сложный участок. Очень крутой подъем. Вот тут грязь, видите? Тут булыжники. Я впереди, пацаны сзади. Мучаются, короче. То булыжник, то грязь. То булыжник, то грязь. Сауна, короче, потели, пипец. Ну что, ребят, у меня печальные новости. У меня аккумулятор сел, байк не заводится, а тут еще ехать и ехать. Короче, все. Для меня трип закончился здесь. Снова на этой же горе, на этом же подъеме. Там внизу Алишер пытается. Мирослав до сюда заехал. Не знаем, что будем делать. Короче, не знаю, я слабое звено. Или реально сегодня не тот день. Ну, Алишер как стоял там, так и стоит, газует уже минут 5-10. Я на разворот. Мирослав говорит, давайте толкать друг друга наверх. Чё толку, если у меня заглох? Там можно толкачом, да, но там тоже дофига будет таких моментов. И каждый раз вот так вот париться, это не дело же. Это могло бы быть эпическим видео, но, увы, наверное, его даже не размещу. Это, ребята, был пруф, что потом не говорили. Мы будем говорить, что на аккумулятор все профукал. Надо было менять. Бля, там у меня это скользко хуйня справа. Она скользкая и все вот это прыгает. Камни. Наливай чай. Но сюда тогда Толик на Африке, как твоя, заехал, да? Но он один раз ее приложил, где вот вы, где мир, вот чуть выше. Но Африка не адвенчур, но на такой. Ну потом, в смысле, я толкали его, чтобы он, но заехал. Да. Так что нужен лайтуха, если Африка едет.
что, ребят, я в гараже. Мы приехали, разъехались, вернее, все. Ледник нам снова не дался. Я из аккумулятора, я бы там не смог бы заехать, вы же видели. Вот, пацаны без меня не хотели дальше ехать. Ну и плюс Алишер там внизу застрял. Никак не мог заехать на этот очень крутой каменистый склон. Мирослав тоже уже запарился. Можно было бы, конечно, друг друга запихать. Один вариант, да? Но все сошлись во мнении, что земля очень грязная. Не грязная, а очень влажная. Из-за этого он пробуксовывает вечно. Можно было, конечно, по коням пойти. Вот, но мы не стали. В общем, спасибо, что смотрели. К леднику, я думаю, мы еще вернемся.